Приветствую зрителей и подписчиков на моем канале. Сегодня тема будет кулинарная, а также отъезд из и приезд в Листвянку. Решил я, однако, заказать перед выездом национальные бурятские позы и бузы вот в этом вот кафе. Скоро их принесут, вернее, я их заберу, и будет очень вкусно. А вот так вот выглядят бурятские позы и бузы. Вот не знаю, что вот это вот бузы, а это, наверное, позы. Но могу путать. Скорее всего, это бузы, а это позы. Ну, как-то вот так. Я взял две тех и две тех. Поэтому вот так они выглядят. А то что ж такое, побывать на Байкале и не поесть вот этой вот этнической еды. Тем более, я очень люблю такие эксперименты кулинарные. Ну, в общем, сейчас буду есть. Кто ест, приятного аппетита. Очередная остановка наша — это вот то место, где, так скажем, Байкал вытекает и образует реку Ангара. Вот она, река Ангара во всей своей красе. Ну, это, я так понимаю, залив, дальше уже Ангара. А тут именно вот он, Байкал. Это вот все Байкал. Такая вот здесь красота. Это по пути в Листвянку. Вон, какие пейзажи. Аж противоположного берега еле-еле видно. Такая здесь красота. Ну и, конечно же, тут есть памятник. Вот такой вот Вампилову. Так, 17 августа здесь утонул Александр Вампилов. К сожалению, к моему стыду, я не знаю, кто это такой, но тем не менее. Мы замечательно обосновались в гостинице. Даже это не гостиница, это почти мини-коттедж был в нашем распоряжении в поселке Листвянка. Это не реклама, но если кому надо, данные я могу оставить в комментариях.